27-летняя Оксана Воеводина поделилась горячими кадрами из Арабских Эмиратов. Королева красоты устроила сексуальную съемку в песках. Обладательница титула «Мисс Москва» 2015 стала героиней эффектной фотосессии в Дубае. Молодая мама показала интересные образы. Она позировала в роскошных свадебных нарядах. Оксана облачилась в длинное прозрачное платье жемчужного оттенка, украшенное бусинами. Брюнетка предпочла нежный макияж с акцентом на глаза. Она позволила своим длинным локонам развиваться на ветру. Образ дополнили драгоценности. Бывшая жена экс-короля Малайзии Мухаммада Ви украсила уши серьгами с бриллиантами, а руку – браслетом витиеватой формы. Воеводина выбрала маникюр в естественных тонах. Модель сменила наряд на декольтированный, со шлейфом. Она прогулялась по пустыне, где принимала эффектные позы перед камерой. Оксана призналась, что сейчас ее взгляды на мир отличаются от былых. «Я изменилась. Я никогда не буду прежней. У меня нет новых друзей. Проверяю людей, не пью воду и не ем с незнакомцами. Получила лицензию на оружие и оглядываюсь назад, когда иду домой. Я больше никогда не буду наивной и доверчивой. Не в этой жизни», — подчеркнула она. Поклонники оценили откровенность Воеводиной. «Хочу пожелать вам только самого хорошего. Вы и ваше маленькое солнышко этого достойны. Все проходит, и это пройдет. Очень надеюсь, что весь этот ужас скоро останется позади. Обнимаю вас с малышом нежно, очень красивая. Сексуальный образ», — прокомментировали они. Оксана со скандалом развелась с бывшим монархом. Мухаммад Ви бросил ее, когда она ждала их сына Леона. Россиянка опасалась за свою жизнь. Воеводина раскрыла секрет стремительного похудения. Экс-король Малайзии публично оскорбил мать своего ребенка. Мужчина назвал их брак ошибкой и усомнился в своем отцовстве.